Всем здравствуйте! Сегодня с удовольствием покажу украшения. Сегодня у нас будут комплекты. Отдельно серьги, отдельно кольца. Если успею, покажу акционные изделия. И вообще основная масса сегодняшних украшений будут именно с дополнительной скидкой. В самом начале видео хочу сказать, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить, либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Можете в WhatsApp, в Telegram-канале, в Viber. В Telegram-канале я выкладываю фотографии украшений с ценами. Ссылку на свой Telegram-канал я оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Начнем. Вот такие вот интересные кулоны в золочении. Причем здесь матовое золочение и чернение. Кулоны-дракончики по 2400 рублей. В преддверии Нового года, я думаю, что такого плана кулоны, сувениры дракона очень актуальны. Да? У нас будущий год, год дракона. Далее, комплектик серебро без покрытия. Здесь синтетический опал. Очень интересные серьги, асимметричные серьги. И обратите внимание, синтетический опал, но он очень похож на натуральный. Такой блеск очень красивый. Сейчас эфиопский опал тоже очень часто встречается. Именно очень красивый, яркий такой оттенок. 5,4 грамма весят серьги. 2750 рублей. 18 размер кольцо. 1250 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта на тонкую и среднюю мочку уха. Стильный. Лаконичный комплект. Отдельно кольцо. Очень оригинальное колечко. Наверное, вот так вот оно должно быть. Это марганит, завальцованный марганит. Что-то такое космическое, да? Необычное кольцо. Без покрытия здесь серебро идет. Завальцованный марганит. 18 размер кольцо. 4850 рублей. Весит это кольцо 12,7 грамм. Марганит натуральный. Следующий комплект это лизардит. Здесь у нас также серебро идет без покрытия. Очень стильный, необычный комплект. Очень интересная работа. Этот комплект у нас бывает в разных, с разными вставками, в разном исполнении, но с любой вставкой этот комплект смотрится очень интересно. Шикарный стильный комплект. 10,3 грамма весят серьги, 6500 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. 18 размер, 4000 рублей кольцо. При желании можно увеличить либо уменьшить размер колечка. Отдельно серьги с турмалином. Это ручная работа Армения. Очень интересный такой стиль. Завальцованные здесь турмалины с элементами золочения. 12,3 грамма весят серьги, 7000 рублей. Очень хорошее здесь занижение штифта, черненое серебро. Это ручная работа. Следующий комплект это гидрограсуляр. Смотрятся очень интересно эти серьги. Оригинальный такой комплект, необычный. Гидрограсуляр это разновидность граната. 14,6 грамм весят серьги, 6800 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. И кольцо 19 размер, 4000 рублей. Тоже при желании можно увеличить, либо уменьшить размер колечка.
Следующий комплект тоже очень интересный. Это лизардит. Такой современный стильный дизайн. И шикарнейший такой лизардит. 7900 рублей цена сережек. 11,4 грамма они весят. Очень хорошее здесь занижение штифта. И 19 размер кольцом 4000 рублей. Колечко, мне кажется, можно вот так вот. Вот так, наверное, даже будет интереснее смотреться. За счет дополнительного этого ободочка смотрится необычно комплект. Следующий комплект. Также лизардит. Здесь очень интересно выполнен комплект. Крупный. Фактурное серебро. Просто бесподобный комплект. И лизардит. Какой он красивый. 9100 рублей цена сережек. 22 грамма. 22,3 грамма весят. И кольцо 19,5 размер. 5150 рублей. Очень хорошее занижение штифта. Комплект бесподобный. Следующий комплект. Здесь у нас лизардит и змеевик. Тоже очень интересный, стильный комплект. Такая оригинальная задумка дизайнерская. Фактурное серебро. 10,7 грамм весят серьги. 6400 рублей. Очень хорошее занижение штифта. 19 размер. 4000 рублей. Бесподобный комплект. Он, вот этот комплект именно интересен с любыми вставками. Он бывал у нас и с лабрадором, и с адуляром. Бесподобный. Так, следующий комплект. Пуговки я его называю. Посмотрите, какая прелесть. Какое красивое здесь серебро. Просто шик. Здесь лизардит вставка. 14,8 грамм весят серьги. 6550 рублей. И кольцо 20 размер. 4500 рублей. Очень хорошее здесь и занижение штифта. И места много для мочки. Бесподобный. Красивый такой комплектик. В чернении, конечно, натуральные вставки смотрятся очень изысканно. Следующий комплект – это ручная работа Армения. Здесь натуральный малахит. Лодочка. Очень красивый, оригинальный комплект. Здесь также элементы золочения. 12,3 грамма весят серьги. 7700 рублей. И кольцо 3990 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. И малахит, конечно, красивый малахит. Необычная шинка. Посмотрите, как она изящно выполнена. Очень оригинально. И такой серебряный ободочек. Фактурное серебро. Не просто гладенькое, а именно фактурное. Так, следующий комплект. Это у нас лазурит. Здесь комплект тройка. Кулон. Посмотрите, какой шикарный кулон. Серьги и кольцо. Лазурит очень такой чистый. С пробелами, с такими вкраплениями очень красивыми, не темный. 9,8 грамм весят серьги. 7500 рублей. Кольцо 17,5 размер 4000 рублей и кулон 6000 рублей. И здесь довольно-таки крупное ушко. Вот этот кулон шикарно смотрится на гривне, просто бесподобно. И здесь оно, видите, с такими насечками, узорами, красивое фактурное, да, серебро. Штифт занижен. Шикарный комплект, очень такой стильный.
Так, отдельно комплектик. Здесь комплект родированный. Это у нас голубой агат. И здесь он идет такой матовый. Матовый агат. Серебро. Ободочек очень красиво и нежно все выполнено, без каких-либо дополнительных вставочек. И здесь очень интересно выполнен штифт. Дугообразный. Занижением штифта примерно на пару миллиметров. Именно такой дугообразный штифт не дают сережечки вперед выпадать. Очень нежный комплект. 3-4 грамма весят серьги, 3000 рублей. Кольцо 18,5 размер, 2200 рублей. Очень нежный комплект. Еще один комплект с агатом. Здесь граненый голубой агат. Так, серьги идут на вот такой вот петле. Агат завальцованный. Шикарный комплект. За счет огранки, конечно, агат сверкает. Очень интересный комплект. Но здесь нет замочка. Но если боитесь потерять замочек, потерять сережечки, можно надеть силиконовой заглушечкой. И тогда ничего не будет потеряно. Это родированный комплектик. Серьги 8,7 грамм весят серьги. 4000 рублей. Колечко 19,5 размер. 2800 рублей. Прекрасный комплект. Родированный. Так, следующий комплект. Это у нас яшма и горный хрусталь. Здесь у нас серьги и кулон. Очень изящный, но в то же время очень такой интересный крупный комплект. Вот здесь горный хрусталь и яшма Пикассо. 6750 рублей серьги. Весят они 9,2 грамма. И кулон 3120 рублей. 4,3 грамма весит кулон. Штифт занижен и довольно-таки много места для мочки здесь в сережечках. Комплект также родированный. Яшму можно разглядывать как картину. Так, следующий комплект. Здесь очень интересное такое сочетание. Комплект, который не совсем комплект. Здесь серьги. И кулон это комплектиком идет. А вот колечко это из другого комплектика. Но посмотрите, какое прекрасное сочетание. Эмаль идеально подходит. Топазы цвет в цвет. То есть тональность все здесь соблюдено. И поэтому имеет место быть. Ну и также отдельно можно приобрести серьги и кулон, либо отдельно колечко. Серьги весят 6 грамм, 5100 рублей, кулон 3000 рублей и кольцо 17,5 размер 3150 рублей. Здесь довольно-таки крупные топазы, топазы натуральные. И работа, конечно, все детально проработано, очень нежно и очень-очень красиво. Яркий, шикарный комплект. Отдельно у меня вот такое вот колечко Эрцгамма. Посмотрите, какая красота. Вот эта вот верхняя часть, она крутится. Кольцо разъемное. Очень крепкое, очень добротное. 18 размер. Весит 15,5 грамм данное кольцо. 8800 рублей. Оно разъемное. Его можно разжать или наоборот поджать. Вот сейчас он идет на 18 размер. Это Эрцгамма. Так. Серьги-кольца. Позолоченные серьги-кольца с синтетическим корундом. Посмотрите, какие они шикарнейшие. Одна из моих любимых моделей. Не устану повторять, какие здесь изумительные замочки.
потому что в своей практике я повидала немало замочков, вот именно в таких серьгах, кольцах, да, и обязательно что-нибудь не так, а в данном случае замки просто бесподобные. 6,4 грамма весят серьги, 5740 рублей. Здесь как английский замочек получается, и есть занижение штифта, очень удобно застегивать, расстегивать. Просто прекрасные серьги. Диаметр. Давайте я сейчас замерю диаметр. По внешнему краю сережечек вместе получается со вставками 25 миллиметров диаметр этих сережечек. Они же есть. Вот первое. Здесь позолота такая красного, да, цвета. Далее. Позолота есть лимонного цвета, зеленые больше идут в лимонный цвет, они не красные, а больше такие с желтоватым оттенком. Здесь агаты, зеленые агаты, изумрудный агат, 5440 рублей, 5,5 грамм весят. Далее есть позолоченные серьги-кольца с султанитами, синтетический султанит, 4900 рублей с султанитами. Они все одинаковые, 25 миллиметров в диаметре. Далее есть родированные тоже с корундом, с красным корундом, 5180. С корундами, с красными, прекрасны в любом исполнении. И позолоченные, и родированные. Просто бесподобно они смотрятся. Синтетический танзанит. Цвет очень яркий, красивый, танзанитовый. Это выращенный танзанит. 6,2 грамма весят серьги, 5670 рублей. Далее пришли вот эти вот серьги-колечки. Они у нас еще будут с хризолитами такие же. Здесь 20 миллиметров диаметр. Это фианит. Фианит прозрачный, белый фианит. Будут, по-моему, еще с лондон-топазом. Вот на днях я жду уже поступления. Серьги эти весят 2,7 грамм, 2720 рублей. И в этих серьгах то же самое. Здесь также изумительные замочки. Мне очень нравятся именно эти модели. Они просто бесподобные. 2720 рублей с прозрачными фианитами. Так. В сегодняшний обзор попали пару колец из эксклюзивной коллекции. Здесь у нас лабрадор, шпинель синтетическая и зеленый авантюрин. И еще здесь вот кубический цирконий. Это черный родий, кольцо 18 размер, 4680 рублей. Прекрасное кольцо. Так, колечко с лазуритом. Тоже из эксклюзивной коллекции. Здесь черные родии, лимонная позолота и идет матовое серебро. Широкое кольцо по периметру. 18,5 размер идет колечко. Цена 6200 рублей. Кольцо весит 9,8 грамм. Далее сережечки с сапфирами. Сапфиры натуральные. Такие вот аккуратненькие очень. Штифт занижен. Серьги весят 2,5 грамма, 2500 рублей. Еще одни серьги тоже с сапфирами. Так, сапфиры и здесь фианиты. Очень нежная такая модель. Штифт занижен. И подросткам хорошо вот такие вот модели, да? Шикарненькие. Весят они 2,3 грамма, 2500 рублей. Далее оксидированное серебро, ручная работа. У нас такие комплекты были с изумрудами.
Здесь черненое серебро, элементы золочения и натуральные сапфиры. Штифт занижен, довольно-таки много места здесь для мочки. Очень красивая такая модель, напоминает израильское серебро. 4 грамма весят серьги, 3500 рублей. Далее здесь серьги рубин и фианиты. И рубин, посмотрите, какой красивый, такой крупный и чистый рубин. 4,9 грамм весят серьги, 4000 рублей. Штифт буквально на пару миллиметров только занижен. Очень такой интересный дизайн. И посмотрите, рубины какие граненые, красивые. Следующая модель сережечек очень мне понравилась. Такие серьги-деревья. Хочется их разглядывать. Огранка шикарная. Посмотрите, как они играют. Здесь сапфиры и прозрачные фианиты. 3000 рублей серьги. Весят они 3,4 грамма. Здесь штифт занижен. Очень такая нежная-нежная модель. Следующая модель – это изумруды и зеленый халцедон, и фианиты вот эти вот зелененькие. Крупные такие объемные серьги, очень они необычные. Весят они 6 грамм, 4800 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта, яркая, красивая модель. Так, следующая модель – это серьги с сапфирами. Тоже здесь сапфир довольно-таки крупный, красивый, граненый, и фианиты. Посмотрите, какая красивая огранка. Играют, сверкают серьги. Занижения штифта здесь нет. Весят 2,8 грамм эти серьги, 3000 рублей. Очень красивые модели практически все. Так, следующая модель – это кольцо с рубином. Тоже крупный рубин. Серьги, ой, простите, кольцо. Кольцо 17,5 размер, 2100 рублей. На всех вот этих вот изделиях, где я озвучиваю рубины, сапфиры, изумруды, везде все прописано. Вот, например, кольцо 17,5 размер, серебро 925, 1 рубин, 3,62 – 5А5, то есть чистота, все прописано, размер, покрытие, радирование, все присутствует. Я просто быстро-быстро все показываю. Бывает так, что не всегда очень детально все озвучиваю. Следующее колечко тоже рубин, 18,5 размер колечко. 1600 рублей. Так. Так, у меня, по-моему, одни кольца только остались. Так, здесь рубин тоже. Ой, такое прям великолепное колечко. 1600 рублей, 18 размер. И рубин прям. Шикарный рубин. Так, еще одно колечко тоже с рубином. Рубин и фианиты. 1300 рублей. 18 размер. Так, следующее колечко. Это у нас сапфир. Тоже посмотрите, какой крупный, красивый сапфир. Здесь 2200 рублей кольцо. Размер 18. Следующее колечко. Это изумруд. Тоже такой интересный, оригинальный дизайн. 19 размер изумруд. 2100 рублей. С изумрудиком. Следующее колечко сапфир и фианиты. Тоже очень нежное кольцо. Здесь 1400 рублей, 18,5 размер. Вот такое вот колечко, это изумруд. С изумрудом 17,5 размер, 1400 рублей. Следующее кольцо очень оригинальное. Мне так оно понравилось. Посмотрите, как красиво оно выполнено. Очень необычное кольцо.
Здесь размер 17,5, 1600 рублей. Рубин. Рубин очень красивый, граненый. Далее колечко с сапфиром и фианитами. 1400 рублей, 18,5 размер. Тоже цена бесподобная. И колечко. Прелесть. Так, следующее колечко — это изумруд. Изумрудик. 19,5 размер, 1400 рублей. Все эти кольца, все серьги, они все родированы. Следующее колечко бесподобное. 2800 рублей. Здесь микс, размер 17. Здесь турмалин, сапфир и изумруд. У нас эти комплекты были. Миксы ваши любимые, да? Следующее колечко тоже очень-очень-очень оригинальное. Смотрится необычно. 16,5 размер, изумруд, 2100 рублей. Прелесть. Так, следующее колечко. Посмотрите, какое. Ух! Фактурное серебро, черненое. И здесь такой рубинчик. 2900 рублей кольцо, 19,5 размер. Шикарное колечко. Сюда даже можно элементарно подобрать вот такие вот кругленькие пусетики, и будет смотреться очень достойно. Так, следующее колечко с сапфиром. Яркое. 1300 рублей, 19 размер. Сюда тоже элементарно пусетики подобрать, и будет просто шикарно. Так, это колечко у нас тоже с сапфиром маркиз. 18 размер, 1200 рублей. И вот такое вот колечко с изумрудом. С изумрудом, очень такое изящное, да? 17,5 размер, 1440 рублей. Следующее колечко микс. Очень нежное исполнение. Посмотрите, какая прелесть. Здесь изумруд, рубин и сапфирчики маленькие. Шикарное нежное кольцо. 17,5 размер, 1300 рублей. Далее вот такое вот колечко рубин граненый и фианиты. 18 размер, 1800 рублей. Посередине. Это колечко с рубинами. Какие красивые. 19 размер кольцо, 1760 рублей. И вот такое вот маленькое колечко. Вернее, оно-то само по размеру не маленькое. Здесь изумрудик на мизинце. 19 размер кольцо, 1200 рублей. Следующее кольцо, это, конечно, моя любовь. Очень люблю вот эти модели. Здесь черный родий, золочение, изумруд завальцованный, фактурное, шикарнейшее серебро. Здесь кольцо идет 19,5 размер, 4350 рублей. Они тоже были очень дорогие, эти комплекты. Так, следующее колечко с изумрудами. Такое вот милое нежное кольцо. 18 размер, 1200 рублей. Следующее колечко очень нежное, с фианитами и с рубином. Посмотрите, какая прелесть. 1850 рублей, 17 размер. Рубин и фианиты. Так, еще одно кольцо, тоже рубин и фианиты. Здесь рубин, конечно, более глубокого цвета, насыщенный. Здесь кольцо 1800 рублей, 19 размер. Так, следующее колечко — это изумруд. Такой же был с сапфирами, здесь с изумрудами и фианитом. Кольцо 20,5 размер, 1360 рублей. Прелесть колечко. Так, следующая модель сережечек. Я, кстати, показала отдельно серьги. Где-то
пораньше. Ага, вот оно колечко. Оказывается, оно идет комплектиком. Приобретать можно и отдельно. Вот оно. Не заметила, сережечка. Серьги 3,8 грамм, 3000 рублей, это изумруды. И кольцо 2100 рублей, 19 размер. Занижение шцефта здесь нет. Очень интересный такой необычный дизайн. Да? Казалось бы, четырехлистник неправильной формы. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничках в соцсетях. Всего вам доброго. Спасибо огромное вам за внимание, девочки. И хочу вот каждый раз забываю сказать спасибо вам огромное за ваши приятные комментарии. Ну, это правда дорого стоит. Всем огромное-огромное спасибо.